Всем привет! Сейчас мы проверим, возможно ли очистить монеты, которые конкретно загрязнились, с помощью не Фанты, не Кока-Колы, не Пепси, а с помощью одного напитка Адреналин Раш. Сейчас мы поместим все эти монетки в баночку. Посмотрим за реакцией. Бурлит. Пока только все бурлит. Ну, посмотрим, что будет. Я так думаю, где-то завтра, послезавтра. Насколько что там будет отделяться и как себя поведет. Поведут монетки. Но пока все кипит, бурлит. Ну вот, прошла неделька. Наша жидкость потемнела. Внутри непонятная вонь. Монетки вроде бы как бы посветлели. Сейчас мы пойдем сливать всю эту гадость. И посмотрим, что случилось с нашей. Сейчас мы будем сливать эту жижу. И посмотрим, насколько она стрёмная. Ух ты, она аж прям зелена, какая-то зеленушка идет, я не знаю, это жесть просто. Это с монетками? Видно там монетки, да, так? Ну так, надо их сполоснуть. Сейчас мы их сполоснем. А зелень остается. Ну, монетки приобрели какой-то розоватый оттенок. И что самое главное, они практически не отмылись. Как были грязные, так и остались. Диагноз. Фанта, кола, спрайт разъедают все, адреналин раш ничего не разъедает. Пейте адреналин раш. Спасибо.